În sală îl avem prezent pe domnul antrenor Andrian Sosnovski, Fecemil Sami Orhei și vom începe această conferință de presă cu întrebări, declarații vis-a-vis despre meciul respectiv. Domnul Andrian, aveți cuvântul vis-a-vis de meci și apoi vă rog să răspundeți la întrebări. Bună seara la toți! Referitor la meci, nu știu că o să fie meci foarte greu. Am jucat cu o echipă bună, cu jucători, am spus-o, de valoare pentru fotbalul moldovenesc. Dar, după părerea mea, totuși, șansa, să spunem, ne-a aparținut nouă mai mult. Am avut ocazii, două, trei ocazii clare, care nu le-am marcat. Și am primit-o la, să spunem, unica ocazie a lor clară, o fază clară care au avut-o. Atât, întrebi la jucători, n-am nicio pretenzie, atât s-au dăruit așa cum, într-adevăr, la maxim. A fost bravo, dar n-a ieșit, din păcate. Da, domnul Sostos, din ce motiv au fost așa puțin jucători? Banca de rezerve la dumneavoastră, astăzi. Din motivul că sunt traumați o grupă mare de jucători. De mult deja care n-au... Știam că n-au să se restabilească la meciul acesta. Noi am avut tot cu portar patru schimbări. Cât e spate, tot am avut cu portare. Eram 13 de jucători. Vă rog, întrebări, dacă mai sunt. После матча вы подошли к арбитрам, может, что-то рассказывали, поделитесь? Не хочется просто. Не высказывался, не высказываюсь. Просто. Опять же, пускай это будет на их совести. Очень уж явно. Все в одну сторону. Не знаю, чем мы не угодили. Друзьям из Польши, но я считаю, что все-таки было симпатией в сторону Зари. Мое субъективное мнение. Фамилия, у вас фамилия польская. Они подумали, что вы поляк. И поэтому они решили... Своих топить. Что-то логику не улавливаю, если честно. Мне показалось, на одну стрельбу показалось, было два разных тема. В первом тайме вы были ближе к успеху и владели как-то даже инициативой больше, или они больше волновались. Во втором тайме они уже лучше играли, как бы и моменты были больше у Зари. Это с чем связывается? Это тактика какая-то или это нехватка физических сил? Вот чувствуется, что нет замены, и береглись, или как это объяснить? Ну, где-то вы отчасти сами ответили на вопрос. Да, мы знали, что матч мог продолжаться и 120 минут, где мы... Особо крыть нечем было, скажем так, и хотелось больше сыграть на быстрых атаках, на контратаках во втором тайме, где у них уже пошли явные замены, усиление фланга, где первый там играли одни, вторые уже конкретно по позициям, где мы такой себе роскоши, к сожалению, не могли себе позволить. И поэтому предложили себе, да, чуть-чуть, скажем так, не то что сесть, но... Встретить их чуть-чуть ниже, не так, как в первом тайме. Ну, провели достойный матч, и, как обычно, не забили, там повезло им, чисто повезло, и пропустили. Тут же, ну, футбол не отменял-то правильно, чем не так. Бывает такое в футболе. Вы и дальше будете использовать схему игры с тремя защитниками, довольно смелую. Почему смело? Ну, не боятся этой схемы молдавские тренеры, считают, что она открывает какие-то возможности для соперника. Нужна синхронность действий очень четкая. Согласен. И люди, которые, команда, которая играет много лет и тоже делают ошибку. Волка боятся в лес не ходить. По мне, мое мнение, что эта схема довольно-таки хорошо для наших игроков, которые они были в наличии. Ну, как мне было. Все равно это отталкиваешься от того, что имеешь.
Да, и это первое. А второе, я бы не сказал, Ювентус такую схему играет и всю жизнь, он последние 4 года так же все. Это не потому, что у нас есть какой-то вот, играем по шаблону, ну, видно, я в обороне все чисто, и много голевых моментов, не вот это Катеначо, который раньше там все не оборонялись. Интересный, зрелищный футбол, который мне импонирует, мне нравится, как они играют, поэтому вот, такой ответ. Но эта схема и предполагает, что может быть более высокая скорость на флангах у защитников при переходе от обороны. Она не всегда у вас получается. Да, это, к сожалению, не всегда получается, потому что наигрывали одних линейных. Сейчас вообще ребята, которые на других позициях оказались этими линейными, которые должны были оказываться в этих зонах. Ну, на самом деле, это много отталкиваешься, если есть такие игроки в наличии, но было уже как поздно уже что-то менять, которое мы наигрывали, сколько мы там, 3 месяца уже, как и в команде, сборы и все эти, все тактические занятия, теоретически все были подведены. Даже люди, которые не играли на этих позициях, все равно здесь было, что как надо действовать, у них оставалось что-то. Поэтому не решили. Решили ничего не менять. Вы пришли в команду в межсезонье. Есть ощущение удовлетворения от своей работы? Все-таки вам пришлось многое переделывать. Ну, скажем так, если бы выиграли сегодня, конечно, было бы больше удовлетворения. А так, могу сказать, что нормальные ребята, коллектив, мне это дело, как то, что нравится. Я этим живу, мне другого не надо, мне это интересно, мне всю жизнь в футболе и опять же заниматься своим любимым делом, ну и какие-то результаты приносить клубу, где тоже отдал частичку своей карьеры, частичку своего сердца, скажем так.